Сегодняшнее незначительное потепление в Красноярске уже завтра сменится очередным похолоданием. В последний рабочий день, в светлое время суток, столбик термометра покажет минус 21 градус, а в выходные ударят настоящие крещенские морозы. В темное время суток до минус 33 градусов, днем до минус 28, на юге края температура опустится до 39 градусов со знаком минус, а в Ивинке есть 45-градусные морозы. В дальнейшем с 18, то есть с понедельника по среду, в ночные часы в городе температура воздуха будет колебаться от минус 24 градусов до минус 28 градусов. В дневные же часы температура воздуха будет преимущественно колебаться около минус 25 градусов.